Чисто писание. Писать красиво нелегко. Дает корова молоко. За буквой буква, к слогу слог, но хоть бы кто-нибудь помог. Сначала «да», потом уж «йод», уже написано «дает», уже написано «дает», но тут перо бумагу рвет. Опять испорчена тетрадь, страничку надо вырывать. Страничка вырвана, и вот корова молоко дает. Корова молоко дает, а нужно все наоборот. Дает корова молоко. Вздохнем сначала глубоко, вздохнем, строку перечеркнем и дело заново начнем. Дает корова молоко. Перо цепляется за ко, и клякса черная, как жук, с конца пера сползает вдруг. Одной секунды не прошло, как скрылись ко и мо и ло. Еще одну страничку вон, а за окном со всех сторон и стук меча, и лай щенка, и звон какого-то звонка. А я сижу, в тетрадь гляжу, за буквой букву вывожу. Дает корова молоко. Да, стать ученым нелегко.